Добрый день, друзья мои, подписчики моего канала. Ну что, сегодня праздник большой, Крещение Господнее. Сегодня кто смел, кто здоров, быстро бегут в прорубь и купаются. Правильно, до восхода солнца, а кто уже в кого как получится потом. Ну что, в этом году я, наверное, не буду нырять. Не буду, как говорит Григорий Васильевич, мой друг, гневать Господа Бога, или, как говорят другие люди, испытывать судьбу. Потому что вы же сами видели, я недавно переболел. Думаю, может бы ничего не было, конечно, но лучше, я думаю, не надо гневать Бога. Также Григорий Васильевич. Привет тебе, Григорий Васильевич. Ой, так он еще хрипы, кашель, так что не потребно. Вот так, морозец, 17 градусов. Все четенько, Аполлоночка там уже жде. Я думаю, Григорий Павлович, мой друг, уже там понырял. А может, собирается понырять. Много друзей моих ныряет. Ну, я в этом году пас. Так что звоняйте, друзья мои. И получится понырять в этом году. Ну, кто там поедет на клешню, не знаю. Я говорю, что у меня просто нет автомобиля сейчас в ремонте. И не получится. Может, я поеду куда-то в рейс. А так бы интересно было поснимать. Я каждый год снимал. Показывал. Там у меня есть видеоклипы. Ну, сейчас стою на маршруточку. Ездят троллейбусы. Сейчас поедем. Так что всех с крещением, с праздником. Кому позволяет вера, здоровье, ныряем, купаемся. Будем ждать видосов от людей, у кого хватило силы духа. Но я в этом году посох. Посох, друзья. Все, с праздником.